Покатухи, место, точка сбора, банда, все, сейчас едем, самый главный бандит, все, выезжаем. Боже! Нет, Миша, спускайся, больше не газуй вперед. У него там колесо одно висит. Вот вы гоните. Блин, вы чё? Саша, пойди сзади. Да, вообще. Thank you.
мы вот так видим. Шалот по земле. Не, надо с разгона. Вот там сильно проваливается, вот там камень подложить большой. Вот где ты стоишь? Нет? Страшно, страшно, можно кинуть. Разгона страшно. Сильно наклонилась вообще вот так. Вот тут едет. Тут вообще на... Да, да, да. Я не мог там взять, да? Приехали на наших боевых конях к самолету. Что, в него стреляли? Ну, отключать, в общем, все, сейчас теперь только на заднем приводе. Тут попали на какое-то секс-шоу. Как у тебя оружие? С ума сошел? Девочки. А что это такое? Пока-пока. Я что-то не поняла, я не видела. Ты думала, как Миша сказал. Да, я тебе говорю, здесь фотосессия. Я же говорю, пусть самолетище. Из-за солнца не видно. Американский самолет, который сбили, он горем пополам приземлился, его сюда приволокли и сделали с него памятник. Между колесами не пускай эту штуку. Прицепное, прицепное. Прицепное. Не, у него ж прицепное. Вау.
Да. Фотография прятаться начинает. Не, это видео. Ну давай, комментируй. Как прошла покатушка сегодня, Миш? Ты доволен? Да, ничего так. И заездики были, и просто покатались на скорости. Угу. Отлично. Вот оно. Чудо желто-зеленое. Пошла малина. Чуть-чуть это. Да. Это израильский песок. Песок, пыль, даже не знаю, как это назвать. Смотри, ветки. Угу. Новый багажничек. Иди посвети сзади. Смотри, нет. Смотри. Пыли сколько. Вау. Ух, да, сейчас зайдет. Мой такой же.